На конкурс дети читают стихи. Второе В. Школа номер 68, город Рязань. Константин Симонов. Майор привез мальчишку на лафете. Майор привез мальчишку на лафете. Погибла мать. Сын не простился с ней. За 10 лет на том и этом свете ему зачтутся эти 10 дней. Его везли из крепости, из Бреста. Был исцарапан пулями лафет. Отцу казалось, что надежнее места отныне в мире для ребенка нет. Отец был ранен, и разбита пушка, привязана к щиту, чтоб не упал. Прижав к груди заснувшую игрушку, седой мальчишка на лафете спал. Мы шли ему навстречу из России. Проснувшись, он махал войскам рукой. Ты говоришь, что есть еще другие, что я там был, и мне пора домой. Ты это горе знаешь понаслышке, а нам оно оборвало сердца. Кто раз увидел этого мальчишку, домой прийти не сможет до конца. Я должен видеть теми же глазами, которыми я плакал там в пыли, как тот мальчишка возвратится с нами и поцелует горсть своей родной земли. И всем, чем мы с тобою дорожили, призвал нас к бою воинский закон. Теперь мой дом не там, где прежде жили, а там, где отнят мальчишки он.